Любишь брейкдэнс? Брейкдэнс. Всем привет! Вы смотрите первую видеоверсию новостей о брейкинге. Учитывая то, что в 2016 году нас ожидают последние выходные, мне придется немножко повториться с некоторыми батлами. 24 декабря пройдет батл Funky Melodies, город Первомайск, Николаевской области. Номинации 5 на 5 до 1 года опыта, 5 на 5 до 3 лет опыта, 3 на 3 Pro и 7 to Smoke. Судить батлы будут Бибой Ухо, Ашбласт, Кен Гуру, Брейк Наци, Чикамока Крю и Бибой Череп, Be Incredible, диджеи Тамариан, Кен Он и Зет. MC на этом мероприятии Кит. Также 24 числа пройдет батл ТОП-8 Young and Fresh в Москве. На этом батле будут проводиться контесты 1 на 1, брейкинг и хип-хоп. Судить брейкинг будет Джамал из Predators, а хип-хоп – Rush. Но вы, ребята, там не расслабляйтесь, ведь Новый год – это дело всего лишь двух дней. А дальше опять трени, батлы, джемы. Ну, такие, например, как в Ялте 4 января. А там и смотреть недалеко до Anniversary Evolvers с 14 по 15 января. Ну, об этом я позже детальнее расскажу. Так что держим боевой настрой. А теперь о прошедших батлах и интересных новостях. Брейкдэнс. Челябинск. Energy. Break Kids. Комарик и Живой. Костанай. Один про взял бибой Пиджей, Красноярск. В финале он бился с бибоем Эль. Бигел батл взяла Астра из Ноябрьска. Она билась в финале с Мик. Battle Crew vs Crew взяли команда SMAG. Они бились в финале с Evolvers. Назя, Астана. Назя, на какой день Казахстана? Астана? Локинг, Кей-Ро, Москва. Хаус, Карл, Питер. Ну а хип-хоп-шоу взяли План Пи, Курган.
Metal Winter Jam в городе Мытищи. Cipatron и Bullet from the Space, Mafia 13, взяли первое место в номинации 2 на 2. Кроме первого места, они еще и выиграли поездку на Breaking Masters. 1 на 1 Pro вместе с путевкой на NBC взял B-Boy Lex Comic Zone. Первое место среди Juniors и поездку в Ялту на Summer Jam выиграл Is My Love. Это Breaking Years. До 12 лет B-Boy Grom, Outstanding Clan. 5 на 5 взяли Breaking Years. Big Girls до 10 лет Юла, Иванова Footwork. До 13 лет Tori, Dominant. Kids до 10 лет взял Think Tima Team, Minsk. А Baby взял David. Breakdance. На Coffee Break Battle в городе Борчаны победителями стали Kids, Schultz, Juniors, Demon, Adult, Play Rock. Ну а Battle 1 на 1 Pro взял B-Boy Band. Всем привет! Это Band, The Crew, город Львов. И это эксклюзивное видео для Breaking News. Вчера была классная туса, Coffee Break Battle. Я выиграл первое место в номинации Breaking Pro. Вот такой дипломчик получил. Можете посмотреть поближе. Была классная атмосфера, хорошие судьи. Респект всем бибоям, с которыми я попался в батле. Было очень круто. Так что тренируемся и увидимся на следующих соревнованиях. Ай! One love. Break dance. Теперь перенесемся в Казахстан. Battle Dance to be Free. Астана. Crew vs. Crew Kids. Динамика. Тарас Сити. Crew vs. Crew Pro. Hot the Sonic. Атырай и Уральск. 1 на 1 Kids взял B-Boy Atomic. Алма-Ата. 1 на 1 Pro взял Fast Man. Уральск. Контест по Power Move взял Neutron. Алма-Ата. А Cypher King взял Укроп. Астана. Финал Breaking League в Украине. Top Rock. Big Girl Елизарик. Bro. Полтава. Footwork. B-Boy Bullet. X-Make. Харьков. Power Move, B-Boy Смельчак. Natural Kids, Киев. Контест Break Fun взял Wind, KC Brats. Complete Demo, Sabre Tooth. Ну а Cypher Boss взял B-Boy Кияница, Natural Kids, Киев. Ну и завершающая новость. И самая яркая для меня, так как я там побывал на этом батле. Да, это Adidas New Year Cup. Судьями там были Абдул, Мафия 13. Джамал, Predators. Робин, Топ 9 Крю. Битвы очень жесткие, уровень зашкаливал, мясо, просто мясо, очень круто. What?
внимание, в финале встретились Валерон и Пластмасс. Дайсе плавно перетек в автопати, которая была посвящена первой волне брейкданса в СССР. И это выглядело именно так. Мы тусуем, отдыхаем, водичку попиваем. Секретов автопати я вам не выдам, так как на такие мероприятия надо ходить лично, а не слышать от кого-то. Я очень рад многим знакомствам в этот вечер и гостеприимству отцов хип-хопа в СССР. Также за приглашение благодарю Мафию 13 и за компанию Кабана из Outstanding Crew и Генетика из Татанаки. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк. А если вы услышали что-то новое, подписывайтесь на канал и не пропускайте новости о брейкинге. Брейкдэнс. Брейкдэнс.